Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте продолжать. Так, у нас с вами уже 8 уровень есть, а это значит то, что я уже создал с вами шуруповерт. И по идее, если я сейчас подойду к ретранслятору, то я смогу сделать так, что когда буду этих монстров убивать, они не будут возрождаться. Так, давай посмотрим передатчики. Так, сканируйте радар, показывайте статистику. Смертоносная передача. Вот оно. Создать. Угу. Останавливает возрождение убитых монстров. Из каждого монстра убитого после установки передатчика выпадает одна бусина. Хорошо, отлично. Так, это мы с вами сделали. Уйти. И теперь давай смотреть. По идее, теперь задание завершено. Ага. Остановите возрождение монстров. 5000 есть. Теперь, когда мы с вами победим вот этих вот зомбаков. О, бусинки выпадают. Хорошо. Когда победим с вами этих монстров всех, то они не будут возрождаться, по идее. Сейчас проверим. Сейчас нужно будет зачистить вот тут. Здорово. Бусинка выпала. Шикарно. И сейчас как раз проверим. Зайдем в костер, восстановим хпшку. Так, кулинар. При повышении уровня выберите между 4 навыками вместо 3. Да, давай. Что он так, чертежи. Какие у нас еще чертежи, что мы можем с вами? Так, кубик. Материал для создания. Небольшой кубик. 4 точками. Угу. Шанс критического удара. Да, давай сделаем. Есть, брелок есть. Что у нас здесь? Бинты. Ага, можем бинты делать, да, с вами потом. Я так понимаю. Да, давай. Есть, отлично. Восстанавливает половину максимального здоровья. А бинты у нас с вами будут находиться где? Ага, это у нас ножи, это не то, инвентарь. Угу, бинты, то есть вместо ножа мы можем с вами взять бинты, да? Угу, а ну сейчас сядем. Встанем. Во, и у нас бинты появились, хорошо. Давай сейчас проверим, возродился ли монстр. Нет, монстр не возродился, отлично, предлагаю сейчас зачистить нашу местность. И попробовать открыть слева дверку. Держите шип, чтобы бежать. Ага, это просто подсказка, да? Давай сейчас зачистим монстров всех. Бусинка, отлично. Так, аккуратно. Ого, молодец. Сейчас нужно будет... Вот здесь будет два монстра возле забора. Нужно будет с ними справиться. И тогда, по идее, мы сможем с вами открыть вот эти вот ворота. Так. Минус один. И минус второй. Хорошо. Давай по мини-карте посмотрим. Что здесь? Запертая дверь, запертая дверь. И я пока не могу делать отмычки. Не могу пока сделать отмычки за то, что у меня маленький уровень. Там, по-моему, на 10-м, если я не ошибаюсь. Можно будет это открывать. Сейчас посмотрим. Так, иди-ка ты сюда. Чертежи. И где наши отмычки? Ага. 12-й, это 19-й. Хорошо, пока не можем. Ладно, что мы можем с вами... Ага, пластмасса. У нас тут какая-то мотыга появилась, мешочек с семенами. Я так понимаю, мы сможем с вами что-то сажать, правильно? Так, что это? Железо, бусинки. Нет, нам это тоже пока мясо не нужно. Побежали. Побежали вот сюда. Так, здорово. Все, предлагаю с ними тоже закончить. Быстренько. Так, открыть западные ворота. Вот, открываем западные ворота. Так, ворота запечатаны, пока не будет устранена угроза. А почему? Вроде бы я
ними справился, либо не справился. Давай смотреть. Ну да, здесь вроде никого не должно быть. Или нужно мне и этими, и с этими разобраться, да? Окей, окей. Как мне это сделать? Я могу здесь как-то пройти? Может, где-то тут переход какой-то есть? На другую локацию, но здесь нету. Давай посмотрим, давай посмотрим. Контейнер, контейнер. Возможно, мы сможем сюда и пойти. Так, давай сейчас сюда сбегаем. Выйдем за периметр и попробуем посмотреть, может, там реально сможем выйти с вами. Так, что тут еще монстры где-то есть? По-моему, да, ага, вот, да-да-да. Так, отлично. Все, шикарно. Вот, к сожалению, базовой отмычки у меня нет. По-моему, на 10-м, да, уровне она будет доступна. Нужно будет немножко еще опыта пофармить. Так. Искать тряпочка, хорошо. Ну, давай уже зафармим. В любом случае, нам это все пригодится. Так. По-моему, не сюда. Нам нужно вот сюда. Да. Куда-то вот сюда идти. Возле забора. И здесь где-то должны быть, во-первых, дома. Вроде бы. Так, здорово. Минус. Ага, еще один. Негодяй. Так, читать, читать. Хорошо. Побежали налево. Нужно будет полностью все исследовать, не упускать. Ёптвою. Ага, ну у этого придется ножи бросать. А мне ножей, по-моему, нету, потому что я... Потому что я выбрал вместо ножей... Да. Вместо ножей я выбрал менты. А ну смогу я тебя? Могу. Может, все-таки ножи нам не нужны? Пусть будут бинты. Когда мы будем с вами сохраняться, пусть лучше бинты, наверное, будут, да? Потому что мало ли. Так, дай посмотрю по карте. Где мы? Ага. Тут где-то забор должен быть. Во, давай пройдем вдоль забора. Не уверен, конечно, что тут что-то будет интересное. Кроме контейнера. Бесполезного, да? Угу. Ничего нету. Но мне ж надо как-то попасть на ту сторону. Как это сделать? И нужно... Еще будет одна шкура оленя. Где-то он должен здесь быть. Где-то здесь оленя видел. Чтобы сумку еще увеличить. На одно отделение. Так, а где ты? Это что такое? Электричество какое-то. У меня нет желания туда подходить ближе. Так, фермерский дом. Так, могу? Нет, не могу. Так, это поле выглядит слишком крошечным для такого трактора. Может, я здесь могу что-нибудь выращивать, как думаете, с помощью сапки? У меня есть сапка, но не знаю. Ладно, нужно будет потом разобраться с этим всем делом. Давай немножечко пофармим. В любом случае, тут фармить придется. Так, забрать... Ага, листья выпадают. Нет, листья мне не надо. Листья мне не надо. Такого добра у меня хватает. Так. Угу, резину я тоже так не могу добывать. Хорошо. Ладно. Керамика, наверное, будет лучше, чем листочки. Согласны? Угу. Выбросить. Да твою ж. Выбросить.
Здесь у нас металл не выпадет, оно ему интересно. Он выпал. Тогда сбросим, наверное, вот так вот. Так, ёп. Все, лучше металл заберем. С вами будет больше толку от этого всего. Давай смотреть, исследовать. Так, интересно. То есть мы сейчас сможем с вами собаку получить? Должен ли я исследовать это странное устройство? И куда мы с вами отправляемся? Да, добро пожаловать, человек. Чи достоин ли ты? Yes, dig and fetch. Come back with the treasure. Come back with the treasure. Be a good boy. Such a good boy. Иди копай. Хорошо, а мне нужна для этого лопата. А лопата у меня находится в инвентаре. Вот так вот. Все, пошли копать. Давай, давай копать. И каким образом? Так, по местоположению пока нету. Так, раскопайте землю на... Иди мне раскапывать. Я вроде достаю лопату, но вот копать я не могу почему-то. И что делать? Почему я не могу достать лопату, кто мне скажет? Так, давай еще раз нажмем. Инвентарь. Вот у меня лопата на двоечке стоит. Чтобы вы понимали. Я не могу. Может, мне нужно выйти? Так, бинты, бинты, бинты. Пластик, ткань. Количество 3 штуки. Давай, вы. Есть, хорошо. Так, каменные кирпичи выглядят убедительно. Угу. Вот и я не знаю, что тебе здесь делать. Почему ты не можешь достать? Раскопайте землю на 13777. Может, это нужно... Достоин ли ты? Может, это координаты, как думаете, 13? Блин. Может, реально это координаты были? Так, 13, 13. А тут есть? Да, есть. Вот видите координаты? На 13, 13, 13. Какой там? 13, 77, 499. 13, 77. Вот, да? Вот сюда нужно бежать, хорошо. Побежали. Потом надо будет сюда вернуться. Так, ты кто? Ага, олень. Есть шкура, хорошо. Мы с вами сможем теперь увеличить нашу сумку. Так, я же правильно бегу? Да, правильно, до костра и туда вверх, окей. Так, ребят, идемте исследуем, погоди. Погоди, погоди, погоди. Ага, окей. Потом сюда вернемся. Мало ли, может, значит, тут сейчас собакин с нами будет бегать рядышком. Так, что-то ты сильно здоровый. Ясненько. Мне пока мне это не надо. Мне нужно сбегать, посмотреть, что у нас там за... Опа-на.
тихонечко. Вот так вот, хорошо. Угу. Окей, побежали. Блин, а интересно. Реально интересно, что там у нас будет находиться с вами. Сейчас главное не упасть. О, здорово, Бэмби. Бэмби, погоди. Давай дружить. Давай. И давай, давай с тобой дружить. Да еб. Корные бабай. О, все, тихо, тихо, тихо. О, мяса мы не можем взять, но... Я думаю, не столь смертельным. По поводу мяса. Бежим дальше. Сейчас нужно будет... Эй! Ну... Только хотел сказать, главное сейчас не упасть, и я упал. Не, надо пойти забрать все свои вещи. Ну, ребят, сори. Что я могу сделать? Вот такая вот игроля. Вот такая вот игрушечка. Так, надеюсь, тут недалеко бежать? Нет, недалеко. Вот ты где лежишь, отдыхаешь, да? Давай забрать, забрать, забрать. А как мне теперь забрать? А как мне забрать резину? Никак, вниз опять прыгать? Не, спасибо. Ладно, не заберу резину, значит не заберу. Я думаю, как-то справимся. Давай к костру. Сейчас мы все это с вами скинем. Так, я костер пропустил. Вот у нас костер. Слышь, а ты тут как появился? Скажи мне, пожалуйста. Бедолага, как ты тут появился? Давай, костер. Давай поспим, да, наверное, часиков 6. 6 часиков поспим и сходим. Все, хорошо. Соня. Есть, Соня есть, побежали. Мы тут пройдем. По-моему, мы тут не пройдем, да? Нужно будет до этого костра бежать и потом вверх идти, хорошо. До следующего костра, побежали. Блин, жалко, что здесь музыки фоновой нету. Не, она-то есть, но там была галочка, типа, хочешь с авторскими правами музыку, то включай. Ну, нам такого не надо, согласны? Угу, я сильно далеко побежал. Нужно вот сюда куда-то. Так, и как мне пройти? Наверное, просто забор сломать, да? Да, побежали. Здорово! Ля ты, падла! Так, где эта штука находится? Ага, вот сюда. Блин. Так, как там 1377, да? Вот 499. Где-то здесь. Лопата. Ага, отлично, есть. Пошли. Мы с вами что-то нашли. А, первый питомец. Ля, ребят. Интересно, это котейка либо собака будет? Так, это напоминает мне деревянные руины, которые я видел. А, я должен пытаться дойти до конца. Ага. Что мне делать? Погоди. Угу, понял. Понял, принял, записал. Правильно же я делаю? А почему я третий не могу открыть? Не так.
Ага, отлично. Come back to us and we'll talk. Так, вернись к нам, и мы поговорим. Ну, давай. Корги, домашнее животное. Ля, ребят. Так, шанс уклониться 3. Ага. Этап завершен. Дайте мне собаку. Так, вернитесь в хаб, воспользуйтесь кузницей, чтобы создать питомца. Куда вернуться? Что нужно создать? Кто питомец? А ну. Кузницей? Какой кузницей? Вернитесь в хаб. Где у нас хаб? Что такое хаб? Телепорт, телепорт. Кто такой хаб? Может, оттуда, откуда я пришел? Так, убежище, кузница. Я не знаю, где тут... Где здесь кузница? Я могу с тобой воспользоваться? Да, могу. Что такое хаб, как думаете? А ну, чертежи, собака. Дайте мне собаку. Нет, это не здесь. Нет, это мешочек, инвентарь. Модернизация, спальный мешок. Шкура, кремний, хорошо. Пока мы это трогать не будем. Где этот хаб? Так, ящик. Гробница. Телепорт. Угу. Может, сюда нужно? Так, ремонтно пригодно. Давай увеличим немножко. Просто кузницы у нас здесь с вами нету. Так, квесты, квесты, квесты. Ага, нужно вернуться к ним, да? Правильно я понимаю? Блин, а я уже не помню, где я был. Вы помните? Я, к сожалению, нет. Дай вспомнить. Так, фермерский дом. Ага, то есть... Фермерское растение. Здесь могу выращивать себе растения, да? И значит, здесь у нас может быть такая маленькая база. Хорошо, это наше убежище. Дай посмотреть. Возможно, вот это вот, где мне нужно будет... Где мне нужно будет отремонтировать, да, что-то? Насколько я понял. Ладно, давай побежали. Давай посмотрим. Ага, и одна косточка нужна. Ну, косточка у меня вроде была. Ну, сейчас по пути... Тихо. По пути сейчас нужно будет поймать пару оленей. Возможно, с них косточки выпадут. Ага, вот ты, стой. Да падла, стой. Мне косточка только нужна. Честно, косточка нужна и все. Вот. Есть. Шикарно. А можно мне вот эти вот подсказки, чтобы они мне не высвечивались? Квесты, квесты. Инвентарь. Ну, с правой стороны, видите, у меня вот высвечивается... Эти вот подсказки, они вас не смущают? У меня лично нет, но мало ли, может. Вас напрягают. Так, стой, пожалуйста. Мне для корги надо мясо и косточка. Ну стой, ты будь человеком. Ну ладно, как хочешь. Так, побежали. Побежали, побежали. Дай пройти, пожалуйста. Интересно, как меня... Сюда, возможно. Так, по дороге до разлома и прямо, да? Угу. Ёб твою. Здорово. Здорово. Так, дорога, тут разлом. Во, в эту сторону. Главное сейчас не упасть.
как в прошлый раз, да? Ля ты, крыса! Все, хорошо. Давай восстановим ХП. А что за звуки? Как будто он не ХП восстанавливает, а передергивает. Так, все, побежали. Дорога. Осмотрите три обелиска. Хорошо, смотреть. Новое задание. Окей, да, нам прямо. Так, забираем ягодку, забираем мясо. И смотрим по поводу... Нам сюда надо? Если да, то будет шикарно. Так, снова здравствуй. Да, я такой умный. Let's get back to more urgent matters. You can use the forge now. Make yourself a pet. Have a pet. Have a pet. Go ahead. Enjoy. Так, наслаждайся. Ля, корги. Ребят, ошейник могу? Нет, не могу. А что даже ошейник? Который умертвляет вашего питомца и не позволяет ему нападать ни на что, кроме монстров и других врагов. Ага. Так, создаем. Ля, прикольненько. Ага, то есть мне нужно будет электроника. Электроника у меня, к сожалению, нету, да? И пластмасса. Хорошо. It's not a very good pet. Pretty stupid. Like some humans. But not you. We like you. You are so smart. Such a good boy. You deserve a belly rub. You shouldn't feel ashamed. Какой хороший мальчик. You can find better pets. Just dig and fetch. Then come back to us. He will miss us. Poor thing. Угу. Так, не верь, что-то там кого-то где-то. Так, ищи и принеси. Хорошо, мы туда сходим. Идем за мной. Мы туда обязательно с вами вернемся. Я хочу посмотреть, а как он будет. Ищи и принеси. Инвентарь, питомец, а как мне с ним... Ой, ты божечки, или какой страшный. Какой страшненький. Ладно, а как вещей принеси? Что мне нужно ему делать? Свистеть как-то? Или что? Так, инвентарь. Бинты. Нет, не то. Как мне управлять питомцем? Кто мне скажет? Пойдем посмотрим по поводу монстров. Будет ли он нападать на монстров? Либо не будет. Так... На монстров ты не нападаешь, на оленей тоже, да? А ну иди сюда. Давай посмотрим. Тут где-то рычит кто-то. Так, ты где? Где наш мутант? Я таки извиняюсь. Вот мутант. Ну? Ля-ля-ля, собачка нападает. Прикольненько. Реально прикольненько. Надеюсь, они собачку не этот не обижают. Блин, ребят, ну что могу сказать, мое почтение разработчикам, которые сделали такое. Но тут, по-моему, еще и котика можно будет завести. Так, исследуйте нормальный сигнал. Хорошо, отправляйтесь к следующему месту нахождения летающего дрона. Да, мы с вами туда сходим, конечно. Так, мы с этим разобрались. Давайте здесь немножечко залутаемся, я думаю, да? Пока мне здесь такая возможность. А, даже так, смотри. То есть она нападает на все подряд. Это хорошо, это мне нравится. Такое мне нравится. Правильно, фас. Молодец, умничка. Хороший мальчик. Ну, либо девочка, не знаю. Главное, чтобы она у нас дома, а потом... Ничего такого не разламывалось, если у нас, конечно, будет с вами база.
Так, мне нужен костер. Ага, костер вот вижу, здесь есть. Давай зажжем. Пофармим немножко с вами. Сложим все. Где ты? Вот, хорошо, правильно, нападай, чужой. Да, ребят, в любом случае будем на записях с вами вами лутать. Боженечка, он меня реально прикалывает. Так, и листики, и кроватку грызет, да? Ну да, нужно будет, конечно, ему потом ошейник сделать. Только я так и не понял по поводу электроники, где мне ее искать, вот это вот. Ё-моё, я не хотел сюда садиться, ну ладно. Давай выйдем. Я хочу найти электроник. Возможно. Все. Все. Не нападай ни на кого. Открыть. Закрыть. Может, где телевизор? Вот эта вот электроника нужна. Как думаете? Просто в чем проблемка? Проблемка, что я не знаю, где эти телеки находятся. Возможно, где-то здесь, может быть. Да и в инвентарь я не могу зайти, как таковой. То есть посмотреть, что у нас там находится. И если у нас там готовить нет, пока не готовить я... А не, могу, да? Есть. А, я не могу, потому что хп у нас много, хорошо. За что я? Ага, а, да, за электронику. Нужно будет с вами поискать электронику. Все разнес. Плохой мальчик. Так, это что у нас здесь? Это у нас мост. Куда я вообще отправляюсь? Ага, место рыбалки, да? Так, читать. Рыбалка разрешена. А я не могу рыбачить, потому что у меня, наверное, удочки просто нету, да? Здорово. Все, отлично. Давай здесь тоже обыщем все. Давай здесь тоже сейчас все обыщем, мы разломаем. Мало ли, мышь. Электроника найдется. Во, пшеница. А пшеницу нам нужно будет посадить с вами... У фермера, насколько я понял. Так, открыть, забрать. Угу, не помещается, ну и водушки. Нет, так нет. Надеюсь, по квесту нам не нужны будут вот эти вот яйца птичьи. Ну все, успокойся, не трогай забор. Так, ну давай смотреть, что у нас здесь есть. Ты кто? 1482, 1481, ага, то есть нам в эту сторону нужно идти, чтобы научить нашего пёселя командам, да, насколько я понял. А потом нужно будет вернуться к ним обратно, к этим создателям. Так, мы правильно идем? О, здорово. Так, только не вспугни его. Все, тихо. Так, бинтуемся. Хорошо. Побежали. Так. Карта, мини-карта. Да, в эту сторону. Забрать. Мне интересно, реально, а как нужно будет ему приказывать? Воля, здоровый какой. А ну, ты на него нападешь? Или не нападешь. Только собачку не обижай меня, падла. Тихо, уходи. Я ты крыса. Давай бинтуйся, уходи. Угу. Песель. Блин, падла.
Наконец-то мы это сделали с вами, мы молодцы. Так, рюкзак. Плюс 4. Что-то непонятно, что за плюс 4. Собираем грибочки. Отлично. Давай смотреть. Угу, нам нужно в другую сторону, но я хочу осмотреться, что здесь у нас есть. Мало ли, может, что-то интересное будет. Так, разломать. Ну, так, грызи его полностью. Молодец, умничка. Да, мы здесь можем с вами спальный мешок. Максимально часов сна 8, мне это не надо. Я хочу с вами... Короги, да, могу? Смотри. Обыкновенная плотва. Урон, наносимый домашним животным, плюс 3. Ребят, нам нужно будет отправиться с вами на рыбалку. Нужно будет реально отправиться с вами на рыбалку. Наловить рыбки. Только нужно будет посмотреть, где у нас удочка находится. Хочу, чтобы урон был у пёселя больше. Так, что ты нашел что-то? Либо нет? Ищи. Так, какой тут 1481? 1481, вот. Ну? Ну, я пришел сюда. И что тут? Каким образом он это будет делать? Кто мне скажет? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F-ка. Не то. Просто выбросить. Блин, а я не знаю, как мне... Так, ищи. И как мне искать? Пёсель. Давай, ищи. Почему ты не хочешь... Во, шо тут? Молодец. Питомец что-то нашел. Вот ты, умничка. Есть. Возвращаемся. Мы либо сейчас возвращаемся, либо... А нет, это новый какой-то квест, да? Так, е, домашнее животное, снаряжение. Хорошо. Вот тут стой. Стоять. Так, что нужно? А, некоторые кнопки и платформы могут быть нажаты, только вашими питомцами научитесь управлять им. Очень важно для решения более сложных головоломков, да. Смастерите свисток для питомца или жевательную игрушку в кузнице. Принять. Смастерить жевательное. Свисток будем делать, мне и на то просто хватает, да, вроде бы. Давай, наверное, свисток. Есть. Отлично. Ну, это, наверное, мне нужно будет с вами в инвентарь зайти. Ага, вот у нас свисток есть. И как мне это сделать? Как мне переключиться? Ага, вот. Понял. Двоечка. Так, это двоечка, а это единичка. Хорошо. Давай, иди сюда. Весель. Иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший. Вот тут стой. Все, сидеть. Опустить. Задание завершено. Отлично. Забрать награду. Искать. Искать. Ага, то есть нужно будет с вами... Подвинуть вот этот вот кубик вот так вот. Да, отлично. Только теперь самое печальное, то что я не смогу подвинуть этот кубик в другую сторону. Или смогу? Блин, мне нужно было... Иди сюда. Пёсель. Где? А, ага, то есть ты теперь...
Я понял, я теперь не смогу вернуться назад, да? Правильно я понимаю? Так, стой, погоди. Давай обыщем. Все, ничего нету. Хорошо. Здесь у нас что? Непонятно. Давай, наверное, в эту сторону двигай, да? Если честно, я без понятия, что я делаю. Ну, что-то делаю. Только, наверное, я зря собаку позвал. Она теперь не сможет, да? Нам побежать. Так. Что нужно? Ну, давай в эту сторону. И что мы с вами ищем, интересно? И долго ли он будет так стрелять? Ну давай, отключайся. Собакин, помоги мне. Так, стой. Я что-то сделал. Хорошо. Делаем вот таким вот образом. Собрать. Нажать. По-моему, так сможем, да? Да, отлично. А тут тупик. Просто если сейчас я подвину в другую сторону, либо в эту, то... Я ж не смогу... Да, я не смогу пройти, к сожалению. К сожалению, не смогу пройти. Так, хорошо. Давай сюда. Стой. Давай еще раз осмотримся. Но я должен это выполнить. Так, ну, по-моему, у нас там ничего не было, да? Если я не ошибаюсь. Так, нажать, хорошо. Это мы опустили. Здесь мы делаем вот такие вот образы. Есть. Убежали. Теперь давай думать здесь, как это все сделать. Может, вот так нужно? Угу, отлично. Стой. Смогу ли я? По-моему, смогу, да? Угу, а здесь ничего нету. Блин, а дальше я не смогу. Да, дальше я не смогу. Нужно было вверх идти. Так, зайчик, а ну, постой здесь. Я постараюсь по-быстрому все это сделать опять. Сейчас попробуем выполнить это задание и как раз будем заканчивать. А в следующей серии уже посмотрим, может, на рыбалку с вами отправимся. Как думаете, нужно будет прокачать нашего питомца, да? Чтобы он нападал на наших врагов. Так, давай вот сюда. Обыскать, тут нажать, отлично. Потом сюда. Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, если мы подвинем эту штуку в эту сторону, как думаете, можем пройти, да? А тебя вот... В эту сторону. И давай осмотримся. Ой-ём, не туда. Угу, и не туда, да? Так, есть. Угу, тут нету. И значит, нужно будет вот этот вот кубик, наверное, вот сюда вот так подвинуть, да. И по идее мы должны будем пройти. А как мы пройдем, нам нужно будет подвинуть тебя
Вот эту вот сторону. Ну, двигайся, пожалуйста. Не, не можешь? Да что ж такое? И ты не можешь, да? Хорошо. А ты можешь? И ты можешь. Все, отлично. Ну, по идее, мы справились. Мы прошли. Good boy. Enjoy the treat. Так, наслаждайся. Открыть. Ага, портал в хаб. Предмет. Так, ага. Переносит пользователя в зооцентр. Хорошо. Ищи, принеси. Есть, отлично. То есть мы можем с вами отсюда уходить, правильно я понимаю? Мы с вами открыли какой-то портал. Так. Переносит пользователя в зооцентр. Так, телепортироваться в зооцентр. Угу. А я не могу это сделать, мне не хватает ни металла, ничего. Ладно, придется, значит, потом... Пошли, зайчик. Придется, значит, потом искать металл и все остальное. Не знаю, возможно, я, наверное, пофармлю. Немножечко побегаю, пофармлю без записи, да? А потом уже... Так, стоящий дом. А потом мы уже с вами отправимся на следующее задание. Вот где ищи, принеси 13.17 и 11.88. Посмотрим, может, туда и отправимся. Я хочу, наверное, просто зачистить этот город, побегать, пособирать все ресурсы, чтобы они у нас уже были. Я же еще крафтить ничего не могу. Не, могу только спальник. Нужно будет посмотреть. Во-первых, где у нас костер? А во-вторых, хочу посмотреть по поводу... Так, это что у нас здесь? Радио. Ага. По поводу удочки хочу посмотреть, чтобы рыбки потом наловить. И прокачать нашу собаку. Давай, фас. Давай, зайчик, молодец. Умничка. Ага, а теперь у нас с вами нету из-за этого бинтов. Ну ладно. Ну все, прекращай. Прекращай, прекращай, прекращай. Так, побежали. Нужно найти костер. Не-не-не, отстань, пожалуйста. Собаки. Ты где? Ну все, хватит бросаться. Вас не учили, что некрасиво это делать? Ёп твою. А куда я вообще забежал? Я таки извиняюсь, но куда я вообще забежал? М? Первого, какого хера соседи начали ночью стучать в стенку? И куда я забежал? Куда мне нужно? Ага, мне нужно налево и вверх, да? Ну, либо сюда до костра. Давай, наверное, сюда до костра. Будет быстрее, я уверен. Все-все-все, отстань. Отстань, отстань, отстань. Какие-то кладбища находятся. Ага, вот костер, смотри. То есть мы можем сохраниться, да, с вами? Быстрей! Быстрей! А где мой пёсель? Вот и где. Пока мы на меня там нападали, ты где-то бегаешь, да? Хорошо. Что я хотел? Я хотел... Что-то посмотреть. Так, подающий. Метательный урон. Угу, это не то. Собиратель плюс 25. Разблокируйте чертеж лакомства для животных. Тоже мне не нужно. И плюс слот под материалы. Все, хорошо. Мне нужно... Нет, не монетизация, а чертежи. Здесь где-то должна быть удочка с вами, по идее, да? Так, камуфляжная сетка. Сетка сделала так, чтобы листву пригодится, чтобы скрыть свое присутствие.
Заметность, ага, это не то. А где, я так извиняюсь, где находится у нас удочка? И как мне ловить рыбку? Кто мне скажет? Это вообще непонятно, что здесь находится. Компас, компас. Портал в хаб. Угу. Компас. Не могу создать, к сожалению. Резиновая утка. Блин, а где у нас удочка находится? Ну, в любом случае, правильно? Нам она нужна для ловли рыбы. Где наша рыбка? Где ты? Вот оно. Это же мы должны рыбу эту ловить чем-то, я думаю. Давайте, наверное, будем разбираться с вами уже в следующей серии. Сейчас на этом все. Так что все, всем спасибо за просмотр. Что это 13.81, а мне нужно 13.17. Ага. То есть нам нужно будет... 13.17 нам либо в эту сторону... Либо тут, где знаки вопросов. Блин, какая огромная карта. Так, вход. Угу. Здесь есть 13.17. Так, а у нас там 591. Значит, где-то здесь. Так, транслятор и транслятор. Да, давайте этим и займемся в следующей серии. Все. Всем пока-пока, да потом. И спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Все, всем мур-мур.